пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Требуется ручной перезапуск. Требуется ручной перезапуск. Подача гелия-3 отключена.
транзитно-очистной центр. Внимание пользователей! В очистной камере наблюдается загрязнение. Доступ к монорельсу не рекомендуется. Они заперты внутри. Дверь можно сломать. Похоже, за ней монорельс, ведущий на подстанции. Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Что значит наблюдается загрязнение? В камеру для очистки вагонов монорельса проникли опасные биологические вещества. В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы. Вы не пропустите нас в камеру? Доступ не рекомендуется. Однако уполномоченные сотрудники могут отменить запрет. Вы имеете такое право. Отоприте очистную камеру. Внимание пользователей! В очистной камере наблюдается загрязнение. Вход в камеру не рекомендуется. Как избавиться от загрязнения? Камера оборудована аварийной системой, подающей плазму при температуре 5000 градусов Кельвина. Она способна устранить любое возможное загрязнение. К сожалению, система вышла из строя. У меня на это нет времени. Отмените запрет и откройте двери. Хорошо, капитан. Защита отключена. Будьте осторожны. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Что там на монорельсе?
Хорошо, хоть стрелять не начали. В общем и целом, мы хоть и на стимуляторах, ребята правила знают. Две ноги хорошо, четыре плохо. Фактически вы человек, и этого достаточно, чтобы я не стал стрелять. Но все-таки кто вы? Меня зовут Шепард. Я Спектр. Ух, такому тяжело вооруженному коню в зубы смотреть не стану. В общем и целом, на той неделе пришельцы захватили риск лаборатории. Оттуда выбрался один Ханалар, да и тот не в себе. Мы глазом не моргнули, а эти твари уже ломились на мой пост. Фактически тогда нас было куда больше. Мы никогда не видели ничего подобного. Что вам известно? Я вам не ученый. Знаю только, что они быстрые, злобные, и их до черта много. Совет директоров прислал одну Азари, чтобы решить проблему. Вчера она зашла в риск лаборатории. С тех пор ничего не известно. Бенезия, она все еще там? Не знаю. Фактически вряд ли она могла что-то сделать в одиночку. Матриарх способна выживать долгое время. Возле монорельса есть аварийный лифт. Этой карточкой вы его включите. Он доставит вас в риск лаборатории. Да, если нужна медпомощь, доктор Коэн внизу в лазарете. Мне нужно вернуться к заданию. Да, я слышал... Черт, все по местам!